Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Уаза Рубенса. Неизвестный мастер около 400 года. Агат, золото 18-18. Сокровища византийского двора обрели легендарную славу благодаря чрезмерной роскоши. Ювелирные изделия достигали подчас почти безрассудной пышности, о чем свидетельствует эта ваза, выполненная из цельного куска агата. Виртуозно вырезанный помпезный рельеф из виноградных листьев был создан в императорской мастерской и предназначался для самого правителя. Данное изделие имеет богатую историю. В 1204 году, во время четвертого крестового похода, его вынесли вместе с другими драгоценностями, и сосуд оказался во Франции, где прошел через руки некоторых знатных коллекционеров Западной Европы, в том числе герцога Анжуйского и короля Карла V. В 1619 году великолепная ваза привлекла фламандского живописца Питера Пауля Рубенса и была немедленно приобретена им на одном из аукционов. Дальнейшая судьба шедевра неизвестна вплоть до XIX века, когда сосуд был украшен золотой каймой, стандартной маркировкой, использовавшейся в 1809-1819 годах для обозначения подлинности. Но вот такое описание к работе Уаза Рубенса, неизвестного мастера, около 400 года, из агата, из золота, я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.